Во вторник, в первый день календарной зимы, в Самарской области будет пасмурно. Снег и дождь. Температура воздуха в дневное время минус 1 плюс 2 градуса. Ночью 0 минус 1. В Сызрани пасмурное небо, дождь и снег. Днем плюс 1, ночью нулевая температура. Ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 1, ночью 0 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, к вечеру он усилится, днем 0 градусов, ночью также снег и минус 1. Ветер южного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%, в геомагнитном поле возмущение, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.